много, я было много и печальных событий, но я сегодня буду говорить только о событиях со знаками плюс. Вот, например, одно событие, которое точно со знаком плюс, по крайней мере, в математическом смысле этого слова, это образование в нашем институте нового отдела, отдела алгебраической геометрии. Это редкое событие в нашем институте, и, мне кажется, оно требует особого внимания. Поэтому я хочу предоставить слово нашему новому заведующему отделу Дмитрию Олеговичу Орлову. Дорогие друзья, спасибо большое. Я тоже, конечно, очень рад, что у нас есть новый отдел, которым я руковожу. Мне это очень приятно. Но я хотел сказать в этой связи и следующее. На самом деле, мысль, что такой отдел должен быть, она, конечно, была очень давно. И по этому поводу я обязательно должен вспомнить двух людей, которые как раз эту мысль всегда высказывали, которых с нами уже нету. Это Андрей Николаевич Тюрин, который всегда говорил, что, конечно, алгебраическая геометрия так заняла такое место в математической жизни мировой, что, конечно, требуется отдельный отдел. И, конечно, Василий Алексеевич Исковских, который, собственно говоря, и должен был бы стать, мне кажется, заведующим этим отделом, если бы он, к сожалению, трагически не погиб. Вот. Но, тем не менее, Армен сказал только со знаком плюс сегодня, поэтому отдел создан, и я очень рад, что в этом отделе работают много молодых сотрудников. Я могу сказать, что наш отдел, получается, самый молодой. И, то есть все, если так сравнить средний возраст, то, наверное, будет меньше, значительно меньше, чем во всех остальных отделах. Вот. Но я хочу всех поздравить с Новым годом, естественно, со всеми прошедшими праздниками, пожелать всем счастья, здоровья, здоровья их близким. И сказать еще одну вещь. Кроме того, что у нас создан отдел алгебраической геометрии, ну вот я теперь еще исполняю обязанности заместителя директора, вот, а в следующем году, в марте-апреле, у нас будет проходить аттестация всех, кто... Да, в этом году, вот в наступившем году будет проходить аттестация всех научных сотрудников. И я всем хочу пожелать нам всем ее успешно пройти со знаком плюс. Конечно, со знаком плюс. Всех с Новым годом!